Короче, дело, смотрите, я думала, что она так дорого стоит. Вот это шайтан-машина. Вот тут вы меняете веса, какой вам нужно. Ставите вот так, например, самый легкий. Достаете вот это 5 лби, 2,5 килограмма. Опускаете ее обратно. Ну, мне и этого достаточно. И, например, ставите там 7,5. С этой стороны тоже вот так. И потом достаете, опа, она уже 7,5 весит. И так до скольки? Короче, до 25 килограмм. Вот 52 лб. Это если их все вместе собрать. Ну, вот так вот. Но я ее уже поднять, короче, не смогу. Она так по кругу. Вот 10 теперь ставим. Вот. Уже стало потяжелее. Короче, в общем, поэтому она такая дорогая. Я думала, что там набор гантелей за это, за эти деньги. А вот... Ну, это тоже, наверное, набор одной гантели, да? Все, в подарок дали вот такой эспандер. Руки накачивать. Тут тоже до 60, до 60 килограмм можно тяжесть устанавливать. Прикольно?